Дешево внутри, все, что необходимо, есть и сахар, и мясо. Из бижана есть мясо конины. Только с рынка. Мы вот раньше мясо брали по 2400 тенге, сегодня по 1950. Конечно, сравниваем цены с другими магазинами. Социальный павильон открыт для населения, есть что выбрать. В социальном павильоне по фиксированным ценам продаются 19 видов продуктов, пользующихся наибольшим спросом. Продукция поставляется из стабилизационного фонда. В настоящее время открыты два новых павильона. Таких магазинов мы открыли два, планируем три. Современные магазины. Это проект. С прошлого года мы начали, там, благодаря поддержке акима области. И вот реализуем. Режим работы у нас с 10 до 8.30. Цены у нас прямые от производителей. Товары Ставфонда по предельным ценам. Так что наших горожан просим посетить наши супермаркеты. В магазине представлена продукция таких предприятий, как Гормолзавод, Кокшеякуз, торговый центр Айна, Бижан, Кокшетауский хлебзавод и Аксайнан. Они торгуют по рекомендованным ценам. Молоко 190 тенге, сметана 240, кефир 215. Есть копченый сыр и простой 1150 тенге. Курт 135 тенге, килограмм мороженого стоит 860 тенге. Вот представили мясо халяльное, чистое, фарш 2190 тенге, килограмм конины 200. Чистая натуральная продукция. Вчера только мы открылись, а уже сегодня все мясо продано. Таким образом, областное управление предпринимательства и промышленности намерено обеспечить продовольственную безопасность во время карантина и способствовать стабилизации цен на рынке. В ближайшее время ожидается открытие социального павильона на пересечении улиц Абая и Ибрая Алтынсарина. Зарина Дюсикеева, Оганбек Манарбекулы, Павел Соловьев, Алмаз Адвокасов, Кокша Аппарат.